Янус Плуэктович! Я вас вчера не увольнил, а завтра? Что с нашим директором? Директор живет одновременно в двух временных потоках. Устремлен из будущего в прошлое. На настоящее времени не хватает. Есть достижение в достижении недосягаемого, а? Прошу! Отдел неевклидовой экономики. Заведующий Михаил Амбруазович Облагалло. Изучаем режим гречкосбережения. Эту гречку невозможно экспортировать. Она всегда возвращается домой. Не дадим обезгречить наших людей. Не спа, товарищи! В перспективе работа над самопоедающейся гречкой. После поедания гречка сама возвращается из организма в пакеты. А с грибами вопрос решили? Контроль за грибниками возложен на ГрибДД. Ристобаль Кужегетович Хунта, отдел гиперзвукового счастья. Здесь смеются даже искандеры. Занимаемся телепортацией войск вдоль границ. Вдоль границ вчерашний день. Попробуйте поперек. Отдел генно-модифицированного патриотизма. Прививают патриотизм младшему поколению. Как идет вакцинация? Еще в утробе плод должен быть ориентирован правильно. Чтобы рождался с криком «Ура!», чтобы связь с матерью была не пуповиной, а портупеей. Работайте со сперматозоидами, чтобы были правильные, скрепные скрепатозоиды. Уже работаем, облучаем телевизором. Но пилотку на них надеть пока не получается. А это что? Гора мышь рожает? Это вершина российской дипломатии рожает список недружественных стран. Есть! Ойня! Дядюшка Сэм и девочка Чехия! Список какой-то недоношенный. И почему молчат? Вы им по попке шлепните! Пусть хоть ноту какую-нибудь извергнут! Правильно, по попке обязательно. Ой, куда же это он? В своем бесконечном движении назад! Громит половцев и однополовцев. В ночной хоккейной лиге. Но если директор победил половцев в прошлом, значит, в настоящем это свершившийся факт? А вы новые учебники истории почитайте. Ой, Обнулянус Полуэктович. Я вас вчера не увольнял, а завтра... Круто! Подписывайтесь, звоните в колокольчик, ставьте лайки. А мы проверим, возможности есть. Одно неосторожное движение, и ты подписчик.